1974 году. Окончил третью актерскую якутскую студию ВТУ им. МС. Щепкина при Малом театре России. Курс М. Гладкова. Служил в Нюрбинском передвижном драматическом театре Республики Саха. С 1992 года. Актер Саха академического театра им. П. А. Аюнского. Актер скончался после продолжительной болезни спустя полгода после премьеры «Кочегара». Этот фильм принес артисту большую популярность в России.